Всем привет, обзор умных лампочек от Акара. Я купил 3 штуки, вот. И они все вкручены вот в эту люстру. Снимаю на свой Xiaomi, показываю поэтому на своем старом телефоне. Извините, но пароль от телефона буду знать только я. Ага. Вот смотрите, вот освещение. Сейчас приложение Mi Home. Пункт освещения. Так, вот приложение Mi Home. Так, сейчас, извините, глючит. Mi Home, вот, пункт освещения. И тут спальня. Тут у меня 3 лампочки. Можем их по отдельности выключить. Вот так. Раз, два, три. Можем же включить все сразу. Все. И вот они включаются. Также у меня есть умный выключатель, который не прикреплен никакой сети 220 вольт, да, просто управляет лампочками по радиосигналу. Нажимаем выключено. Нажимаем включено. Также есть датчик движения Samsung SmartThings. Мне удалось его добавить в Mi Home, но, к сожалению, сценарий не отрабатывает. Пока я не придумал, как решить эту проблему, извините. Что еще? Вот это вот аудиосистема. Вот это вот хаб Акара М2. Также есть хабы, которыми я временно не пользуюсь. Из-за ненадобности это Rodelink RM2 Home Pro и Samsung SmartThings Hub. А так очень годные штуки. Также есть голосовое управление. Но на данный момент оно не реализовано. Всем спасибо, всем пока.